Будь уверен, будь здоров. Всероссийская благотворительная акция проверки тонометров проводится в стране второй раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч человек. Она призвана напомнить о том, что важно проверять измерительные приборы. В день акции 11 февраля в Чебоксарах метрологи Росстандарта сделали это бесплатно. Специалисты говорят, корректность и стабильность показателей тонометра очень важны для контроля состояния здоровья. Я хочу узнать, насколько верны показатели моего тонометра. Посмотрите, пожалуйста. Встречаю эталонный прибор с вашим тонометром. Допустимая погрешность 3%. Ваш прибор точный. Верно говорят, доверяй, но проверяй. Много лет верой и правдой своему хозяину прослужил этот тонометр. Но теперь он дает сбои. Что у вас там не показывает? Правильно, потому что показывает иногда, мне уходят. Ошибка, значит, слишком много накачивает. Да. Пенсионер Александр Прохоров в делах сердечных недоговоренностей не терпит. Вот и пришел на проверку. Я инвалид третьей группы, чтобы там узнать, как она работает. Нормально работает или ненормально, вот все показывает там. И этот, как сердце работает, есть сигнал. У меня сердцебиение иногда... Ну, неравномерно работает. В прошлом году в рамках акции специалисты проверили около 400 тонометров. Каждый десятый прибор по результатам проверки оказался непригодным. Это значит, ежедневно сотни людей рискуют здоровьем, ориентируясь на показания своих тонометров. Я пользуюсь этим тонометром лет 20. Я всегда слежу, я после инфаркта, поэтому этот 200 даже поднимается. Если и ваш тонометр бьет рекорды, пора его проверить. Ведь, как признались многие посетители, они даже не задумывались о том, что тонометр может врать. И не знали, как нужно действовать в этом случае. Манжет не работает. А вот новый манжет купила, новый. И он переломался. При негерметичности манжеты специалисты рекомендуют заменить ее, либо приобрести новый прибор. В ряде случаев сбиты настройки, и это легко исправимо. После проверки специалисты дали не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправностей. Эта акция у нас проходит уже второй год. Ее запустил в прошлом году Росстандарт. В основном люди приносят свои и тонометры соседей. Мы проверяем тонометр на работоспособность и на правильность показаний. Это все бесплатно. В порядке живой очереди всего за несколько часов специалисты проверили около 200 приборов. Единственное, такие акции проходят лишь раз в год. Остальное время проверить тонометр можно только за плату. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.